Сегодня у нас эта тачка Jack G7. Она мне очень интересна. Она, во-первых, бомбово выглядит. Это аналог Rio, акцент по цене. И вот именно Jack Motors. Почему к нему относится скептически? И мне охота лично самоубедиться в нем. Что вообще есть? Цвет у него кровавая, Мэри очень красная. У нее также есть бесключевой доступ. Я вижу повторители зеркал. Очень такой агрессивный, стильный дизайн, красный. Спущен у него сзади, видите, зад такой, как уже Kia Stinger. У нас имеется уже здесь люк, панорамный люк. Посмотрите, у нас еще нету ключей от автомобиля. Но уже нас встречает вот эта подсветка на дверях, которая, как я уже знаю, меняется в цвете. Можно ее настроить под цвет автомобиля в красный. Под алюминий, либо это алюминий, вот эти вот вставки дополнительные. В данном автомобиле кожа выполнена в коричневом цвете, в шоколадном таком. Присутствует мультируль, который очень классно выглядит. Небольшой здесь электроусилитель руля. Большой монитор сенсорный. Вот что бросается в этом в глаза. В связи с этим мне стало интересно. Я вижу, здесь даже есть камера, которая смотрит на меня. У нас тут пуш-старт. Дополнительные подлокотники. Вот этот люк панорамный мне очень нравится. Такие же ключи у нас большие, увесистые и тяжелые, как на Jack G7. Заиграла отличная музыка, но не нашего вкуса. Большой монитор. Выглядит все очень стильно и классно. Здесь у нас также есть печь. Климат-контроль полностью регулируется тут, что очень интересно. Как он себя ведет зимой, тоже надо обязательно затестить, Смотрите, как регулируются цвета. Только что был красный, уже зеленый, а вот, пожалуйста, и красный. Это все делается тут. Попробуем разобраться. Система Android очень интересная. Обязательно надо тут покупаться. Смотрите, здесь у нас какие сиденья под ковши. Заделано под спортивные сиденья. Здесь у нас 1.5, 150 лошадиных сил, 6-ступенчатая коробка вариатор. Очень стильный автомобиль. Место, мне кажется, побольше будет, чем в Kia Rio. Я так считаю. Дизайн однозначно топ. Давайте посмотрим, что там, как сзади у нас. Здесь у нас есть подлокотник в сиденьях. Здесь подстаканники. Также дополнительно USB зарядка у нас, которая дает 2,4 ампера. Вот такой вот у нас воздухозаборник. И еще какой-то кармашек, видимо, под телефон, который мы можем удобно положить сюда, если мы будем заряжать. Комфортно? Да, комфортно. Давайте глянем, что у нас там в багажнике. Обратите внимание на заднюю оптику. Задняя оптика выглядит очень красиво. Так, открывается у нас так. Это у нас кузов лифтбэк. Багажник очень большой, очень вместительный. Я заглядываю внутрь. И у нас тут не полноразмерная, а докатка. Хромированный молдинг импровизирован, который берет свое начало почти от конца кузова и идет до конца, до передних, до зеркал дополнительно. Оптика у него уже идет линзовая, решетка радиатора, большая, грубая. Конкретно этот автомобиль 7 миллионов 490. Вот в таком вот цвете. Также можно скомбинировать ее по цвету, по салону. Там и кузов, элементы деталей будут также отличаться по цвету. Что скажете? Это новый Jack G7. С вами был Good Car KZ. Я Good Car Батя Жанибек. И это только хорошие автомобили.